этот пляж называется Санур. Он находится в одноименном районе на юго-востоке острова Бали. Район Санур является одним из самых популярных туристических районов на Бали. На этом пляже есть все, то, что нужно для комфортного времяпрепровождения. Кафе, лежаки. Вдоль пляжа проходит набережная с прекрасными садами. Так как пляж находится на востоке острова, он умывается водами Балийского моря, поэтому здесь не бывает сильных волн. И глубина здесь небольшая. Поэтому это место отличное место для купания, особенно с детьми. Полчаса назад закончился дождь, и народу пока немного, они только начинают собираться. Отсюда отправляются лодки на соседние острова. Ya janganlah, si Alif janganlah kasihan sama dia. Dia orang nak tak tahu mana jauh jangan. Kalau yang jauh jauh. На этом пляже очень интересный песок. Он крупный, такой вот, размером с пшено. А так выглядит набережная на пляже Санур. Красивое местечко с различными деревьями. Птички поют. Отличное место для прогулок.